Одесское медицинское научное сообщество понесло тяжелую утрату. На 78-м году ушел из жизни выдающийся врач-психиатр и ученый Валерий Битенский. Валерий Семенович много лет возглавлял кафедру психиатрии, наркологии и медицинской психологии в Одесском Медине. За плечами Битенского насыщенная карьера. В 1966 году он окончил Харьковский медицинский институт, работал заведующим психиатрическим отделением Сумской областной психиатрической больницы, клиническим ординатором кафедры психиатрии Одесского медицинского института и главным врачом Одесской областной психиатрической больницы. С 1986 года работал в Одесском медицинском институте, заведовал кафедрами детской и подростковой психоневрологии, психиатрии и медицинской психологии. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался разработкой новых методов лечения наркологических заболеваний, исследованием и превенцией суицидального поведения в закрытых коллективах. Подготовил 19 докторов и кандидатов наук, награжден орденом за заслуги третьей степени, знаком отличия и медалями. Телеканал «Репортер» выражает соболезнования родным и близким профессорам.